она является главной по женскому стендапу, а еще дружит со многими представителями шоу-бизнеса и мелькает у них в социальных сетях. Однако ее путь к славе был довольно долгим. Рассказываем, как складывалась судьба юмористки. Ирина Мягкова уже с детства начала интересоваться творчеством. Правда, училась она не юмору, а в музыкальной школе. Лишь в студенческие годы она стала обращать внимание на КВН и решила попробовать свои силы там. Именно в студенческом возрасте Ира начала писать свои первые самостоятельные шутки и монологи. Правда, Ира не собиралась делать юмор делом своей жизни. А она планировала стать лингвистом и найти себе престижную работу. Ирина Мягкова впервые появилась в качестве комика несколько лет назад в шоу «Открытый микрофон».